пожаловать на шоу Янушевский Лайф. Это у нас 9-й выпуск. Сегодня у нас прыжки с парашютом, и я жду массу эмоций и впечатлений. Обязательно досмотрите данное видео до конца, и вы поймете, что значит прыгать с парашютом. Поехали! Underground press an effect like this. Letter press blessed, I ignite this. Tightness, tip, quill and ink, well to write this. Everybody ready to shine light, aight. It's underground press bringing text to your mind. See Doc with time zone, LaFontaine on the rhyme. Choose the side of the line to stand behind. The sword's gonna find, the pen stands the test of time. If you wanna make a move, then don't wait. You see the passage... Не, я покушал давно. Ну не плотно. Зря. Слушай, плотно? Я думаю, вынесло бы. Может, вынесло бы или вряд ли, наоборот. In the Minotaur, within my repertoire, I keep a scimitar fresh with precious time, like Miss Benatar. Sons of senators all seem to step aside, but if you're ready... Да, я на шефском фоне. Отлично. Самолет! Someone has said it to me. When you're surrounded by dunces in Confederacy, it's time. Can you beat the due date? Ask John Kennedy. Да? Тоже какое-то мероприятие или просто? Ну, ко дню пожарной службы. А. Наруто сделает лучше. Так пространство будет снимать, просто пространство. А так воздух еще себя. Твои эмоции будут. Хочешь я расскажу, как это сделать? Очень классно, смотри. Если ты возьмешь GoPro-шку, снимешь, намотаешь на руку, да? И руки поставишь вот так вот. А. Направишь, вот когда по команде песни, ты вот сюда вот руки положишь, а просто положишь так. Это будет снимать тебя. Вот. Когда он похлопает по твоим плечам, ты сделаешь так, она будет без них, и будет снимать тебя. А-а-а. Если будешь видно, это, она будет снимать тебя и будет снимать раскрытие. Лайфхак крутой. Ребята, крутой лайфхак. Обязательно используйте, когда будете прыгать. Первый прыжок, ребята. Не, все взял, да. Я тебя не забыл. А. We'll be right back.
без парашюта, я теперь понимаю, почему реально все хотят прыгать и кайфовать. Наверное, в каждый аттракцион после этого прыжка будет ничтожество. Подожди, о, взял. Руки вверх. Здесь надо повернуть. Да что ты? Рекомендую прыгать именно с ним. Человек мастер своего дела. Погнали! Рулим! Реально. Все, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Максимальная скорость достигнута в падении на этом приборе. То есть у них у каждого есть, можно тоже посмотреть. То есть вот мы с Димкой попадали максимальная скорость 208 км в час. Мне Андрей говорил 200, это мы точно летели. Но. А высота какая была? Нормально. Тяжелее, вы тяжелее. Да, да. Это 2700. Так мы там вообще, он говорит, ну что, ну ты ж видел аттракционы, давай. Ну как прыжок? Офигенно! Я вам всем рекомендую прыгнуть с парашюта. Это просто драйвовые эмоции, особенно когда с вами реально прыгает профессионал. И теперь я понимаю, почему ты реально подсаживаешься на это. Тебе хочется еще, еще, еще и еще. И я уверен, что это далеко не первый мой прыжок, потому что после этого хочется повторить. Если данное видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал, поставив колокольчик. Я желаю всем отличного дня! Boom!